Да. Остается тут плясать. Короче, сейчас хотели поехать. Принести продуктов. Самое тяжелое. Но не получилось. В общем, что-то я хотел тронуться, а думаю, как будет как нейтралка. Такую передачу не включаю все равно, то есть, ну, как на нейтралке стоишь. Вот, видать, там, наверное, цепь разорвалась и выбила защитный кожух. В общем, это пипец. Если я до снегов успею сделать, то я зимой буду ездить на нем. Но не знаю. Блин, туда провалился. Один хер все разбирать надо. Блин. В общем, вот такие дела. Ну кто-то пляшет. Ну сейчас пешком так пойдешь плясать. Поездка отменяется. Ну вот как я и ожидал, это замок сломался на цепи. То есть она там в гармошку сложилась и выбила здесь корпус. Ну, в общем, заменил. Вот что от него осталось. То есть вот с этой стороны он как раз и треснул. Да, не стоит забывать, что еще звезда откручивается наоборот по часовой стрелке. Откручивать. То есть откручивать ее по часовой. А закручивать против часовой. Вот. И грибок. Самое главное, когда, ну, например, вытаскиваете, чтобы шарик оттуда не вылетел. Там шарик находится маленький такой. На 4-5 миллиметров, наверное, где-то. Как в пневматике. Ну, грибок вот так вот закрывать и все. В общем, сейчас одеваю. И, наверное, все-таки я зимой поеду на нем. Ну что, до новых встреч.